Активные табалики начинают свой день не с чашки кофе, а стакана воды и физкультуры под открытым небом. Встать нужно рано, потому что уже в 8 утра за фонтаном на площади Победы начинается тренировка по оздоровительной гимнастике. Нам очень полезно в нашем золотом возрасте. Это же заряд бодрости на весь день. А вечером мы хорошо спим, мы не мучаемся бессонницей. Все хорошо. Нравится. Не могу без нее жить, так же, как без плавания, без рыбалки, без всего остального. Не заряд, а зарядище. Вчера вечером танцы вы видели, да, сегодня утром. Сейчас после этого пойду на репетицию. Там тоже гимнастика Стрельниковой для дыхалки, да? Вот это будет здорово. А потом плавать. Чтобы быть стройным, быстрым и энергичным. А тебе нравится? Ну да, тут танцуют мой дядя, брат, бабушка, сестра. Тренировки под открытым небом стартовали в 2020 году, когда залы закрылись из-за пандемии. Тренеры объединяют детей, молодежь и пенсионеров в одну команду. Развить гибкость и укрепить здоровье помогает тренер Марина Скороходова. Программа авторская, разработана с учетом потребностей организма всех возрастов. Люди с улицы подходят. Что это дает? Заряд бодрости раз. Мы выполняем в этом вот комплексе, который я даю в данный момент. У нас идет и лечебная ходьба, и суставная гимнастика, и вибрационная гимнастика. Упражнения обязательно выполняю в конце на зрение. Обязательно дыхательная гимнастика. Упражнения на внутренние органы. Это очень важно. Мы успеваем это вот выполнить наш комплекс 45 минут. Такой стереотип какой-то сложился почему-то у людей, что оздоровительная гимнастика – это обязательно для людей зрелого или преклонного возраста. Это не так. Я считаю, что этим должен заниматься каждый, прям от мала до велика, для того, чтобы чувствовать себя в хорошем настроении, в тонусе, в хорошем самочувствии, чтобы не болеть. Присоединиться к тренировкам можно по вторникам и четвергам. Старт 8 утра. Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.